Всем привет, дорогие друзья, с вами Vivian World. И сейчас еще одна карточка PUBG Mobile. Сейчас, чтобы вы понимали, 21.50 почти, так что я не могу купить. Ждем начала катки. Поехали. Окей. Так, сейчас стартуем. Куда бы сегодня... Я люблю вот это вот место. Ничего, сегодня я думаю, хоть какой-нибудь пупчик нам возьмем. Что я? Вообще. Вот, нет. Надо посещать с моим сопротивлением, потому что скоро в начале я так не буду. Точнее, я даже так, я случайно выпаду. Прыгну, все, буквально через... Нафига я выиграл. Короче, ребят, пробую потихоньку играть в третьем лице. Реально, мне вот прям очень удобно третьего играть. Я вот... Мне удобнее первого гораздо. Так, пушка. Хоть есть КС, хоть однозарядная, хоть как снайпер, хоть и потому. Осколочные дыры на все эти пожары, я их, конечно, не очень использую, но иногда пригождается. Ну вот. Ни хрена себе, на самом старте чисто X8 словил. Ядрить колотить, вот это прикол. Вау, че. Видали фарт какой-нибудь тогда? Когда-нибудь такой фарт? Второй рюкзак сразу. Ах ты, какой наборчик хороший, слушай. Так, внутри. Опа, че? 416. Возьму. Возьму ближняк. Балкон. А, ну зашибись, пусто вообще. Пусто. Вообще пустяк. Блин. Походу, мы после обнова добавили чисто новую погоду, потому что сегодня, когда я играл, меня просто поразило реально, что типа туман, дождь, гроза, думаю, нифига себе. Ну, дочь пошел, пожалуйста. Тут ничего нет. Знаете, в чем прикол вот прыгать в таких каких-то единичных маленьких таких местечках, как я. Вот прыгаешься, лутаешься. О, кто-то прибежал, грохнул. Бегаешь там, летаешь, ой, еще кто-то прибежал, и рухнул. Ой, еще кто-то прибежал. Ну так, типа, человек.
И такой, о, топ-1, нифига себе, вот это прикол. Понимаешь, посмотри, как лучше. Мне удобнее было первая цель. Сейчас я буду третьего, если я чуть-чуть привыкну к третьему играть, то офигеть. Ну что способен человек? Сейчас просто глазами хитрить, крутить, если там кто-то был, я бы уже сюда офигеть под спортивную там уже специально начали. Сейчас тут на изи на самом деле поверили. Х2, да нафиг мне Х2, ты чё? Х2 на самом деле очень хорошая. Хитрит Мадрид. Вот это прикол. Подожди, вот это же прицел. Можно типа настраивать. Х8, Х4. Х4 мне тогда нафиг. Х4 мне тогда нафиг не нужно. Всего совсем. Ты дробаш, что какое-то время. Тактика, конечно, такая себе. Экшен особо. Но в конце такой экшен обычно начинается, что... Вообще... Так. А, блин, я, кстати, рядом с починком тут. Оп. Вижу зону пройдет, интересно. Мне кажется, зона будет либо где-то вот тут вот, либо вот здесь прямо вот. Ну, хотя нет, на самом деле шутка моя, вряд ли где-то прямо здесь. Шутка раньше сегодня. Опа, нет. Это же такое. Понимаю. О, ДП-28. Еще? Какой мы даже трогать надо. Левый. А, конечно. Это я думаю, что картинка перевичка на столе. Стоп.
Он же здесь был. Да, тут заутал. Всякая фигня валяется. Если бы я на третьем лице сидел, я бы не попал. Ладно. Ой. Я коммунику построил. Сейчас выходить не надо. Хотя... Блин, такую походу. Реально хочется где-нибудь в угол забиться и сидеть. Все, я же в реально. Ох ты. Ну, я почти угадал, но не совсем. Ну, ладно, не важно, посрать. Просто ждать еще сейчас тут. Так, что, никого нет? Иди. Погнали. Есть какую-нибудь встречу по дороге сегодня? Нет, чудо. Фигня вообще. Друг, да. Рекомендовалось? Нет, да такого не было. Слушай, а мне же тем, что человек остался. Что за ним? Это что, починки что? Ой, это починки не тут. Да где я друг попал? Блин, я его потерял. Ой, это сама церковь, блин. Блин, там у нас не было. Пипец, прицел. А вон и дроп. Куда мне нужно сейчас найти? Я рискну. Присидит. Ну, аккуратно. Дроп рядом, блин, там даже народ сейчас будет. Хотя что это все будут как дроп тут будет? Не фал, что все там будет. Едет.
чё? Ты кто? Какая падла сделала сейчас? Карте не отмечено, где он ходил. Что он нахрен делает? Падла, еб... 13-й. Обосраться. Я тупо среагирую за себя вообще. Один килл. Вообще. Пацаны, спать хочу. Просто на минимум взял, у меня не слышно, когда музон играет. Короче, пацаны, 22:10, почти 15. Спать хочу в хлам. Не знаю, зачем я так поздно серию записываю. Чисто ржачно, очень. В общем, подведем итог, взяли топ-13, сделал всего один килл. Я ввалил какой-то пацан, который бегал вокруг меня и кидал мне молотами несколько минут. Вообще, тупил я хорошо конкретно в этой катке. Катка тупежа, как это получилось. Всем спасибо за просмотр. С вами был Вен Ворлд. Пискалайк. Всем пока-пока, друзья.